Мариуполя нету. Во дворах одни могилы и кресты стоят. Ни квартир нет. Не думали свидеться. Страшно. Там страшное творилось, там не расскажешь просто так. Там кацапы убивают людей ни за что. Если мир не примет меры, Запорожье ожидает то же самое. Что-то надо предпринимать. И немедленно. Мы вырвались чудом оттуда, из этого ада. Привозили эти кацапы гуманитарную помощь, давали. Литра молока на 49 человек, 1,5 литра воды на 10 человек. Буханка хлеба, я не помню тоже сколько, на 40 человек. Вот такое давали. Во дворе маленькое кладбище есть. Ворон. 7 человек похоронили. Вчера выезжали. Там 9-этажки осталось только яма. И все. Все подъезды разрушены, и все поразрушено. Что? Женой, с тестем, в основном в подвале жили. Потом поднялись наверх, когда стали тише стрелять. То есть, когда стреляли по нам, мы жили в подвале, когда уже от нас стреляли по заводу, стали жить. Тобто ситуації насправді по кожному району, навіть не по кожному району, мабуть, по кожному мікрорайону абсолютно різні. Але вони всі дуже, дуже тяжкі. Це дуже важко, коли ти бачиш, як твоє місто, яке при тобі воно будується, при тобі воно відновлюється, стає гарнішим і гарнішим, і воно ставало буквально. І воно при тобі просто вмирає.